Друзья, приветствую вас на канале Сибирь-38. Сегодня 22 ноября 2019 года. Время 17.30. Выехали мы на рыбалку за Налимом. Идем по Устилимской трассе. Остановились на нулевом километре. Саня! Всем привет! В дороге. Парни у нас... Андрюха с Лехой пошли в закусочную. Кушать захотели. Да. Забыли мы кое-что взять. Вон идут. Такая кафешка здесь. Посередине трассы. Между Устилимском и Братском. Фуры стоят. Лесовозы здесь останавливаются. Фредка сломанный. Добрый вечер. Сегодня, как всегда, с нами Андрюха, Алексей, Саня. Привет. И Иван. А мы думали, вы уже с нами. Ну что вы там купили? Дорого? Семечек? Семечек пацаны захотели. Ну. Ну все, двигаем дальше. На реке включимся. Да? А градусника-то нет у них, да? А, я не спрашивал. Не спросил. Да, на, скорее всего, нету. Да нет, откуда у них? Но. Забыли это, взять градусник с собой. Как ты такой? Да у Виталия в тот раз оставил на этом. Ты же его с автобуса не взял. Так вот, и, ну он попросил оставить, я и оставил, не взял. Ну ладно, что, будем ориентироваться на... Да, здесь не показывает. Здесь он врет, датчик. У меня сейчас все показывает. Да? У меня, ну фига. Ну все, друзья, идем, едем дальше. Время 20.40. Добрались к водоему. Напилили дровишек, полный багажник. Темно, правда? Все, выгружаем прицеп, скидываем буксировщик. Фонарик, посвети. Покажи дрова, которые мы взяли. И все. Прицеп здесь выгружаем. И идем на рыбалку. Все. На улице мороз, смотри, как коптит, да? Ох, небо выяснило. К морозу. Класс. Ну что, друзья, мы прибыли к месту лова нашего, да, Санек? А? На улице где-то минус 30, мороз давит. Короче, забрасывались мы в два этапа. Сначала мы с Алексеем приехали, вот он скинул тут палатку, вещи все, собрал палаточку. Я потом уже сгонял за Андреем и за Саней. Привезли дров, трое саней. Тут ребята вон рыбачат. Попозже познакомимся с ними. Вихревские пацаны. Вот, вот такой уже уловчик есть. Налимчик потихоньку берет. Вон Леха. Ну и сейчас мы затопим печурочку и начнем нашу рыбалку. Я, наверное, в палатке буду сегодня рыбачить. Сейчас поставлю и буду сидеть посередине. А? Нет, не наш. Наш в санях. Ну все, расчехляемся. В общем, поставил я небольшую палаточку. Буду сегодня в палатке, наверное, рыбачить. Так, вот приобрел вот такую же головку. Будем рыбачить на нее. Подсадка будет червяк. Простой червь. Так, сейчас достану его. Где он у меня? Так, червяки подмерзли у меня уже. Ну ничего. Подсадим. Растают. Главное первого выдернуть. А там уже что-нибудь у него возьмем. Вот типа такого пучка что-нибудь. Ну все, погнали. Пробуем. Сейчас попробую на джигу. Потом, если что, поставлю этого. Блесну. На который я в том году ловил. Сейчас надо понять, как себя ведет налим сегодня. Ну,
Что, ребята, есть первый. Красавчик. Небольшой, но есть. Ты что, тоже брал эту палатку желтую? А? Это твоя палатка? Моя, ну. Ты когда ее брал, я тебя не видел? Сегодня взял. Отлично. Это червячок? Ага. Давай, пейте, вырезай. Ну. Ну давай похвастайся. Его Саня задавил какого. Печенки только нет. Ну ничего, насаживай. Вон оно. Сейчас дай-ка ее достану. На. Во. Ну давай. Закеш. Ну, небольшой, но приятный. Ну приятно. Давай, молодец. Красавчик. Что, решил поставить блесенку вместо жиголовки. Попробуем. Получше будет. Так, блесенка. Маленькая. Кишочки подсадим. Ну что, ребят, вот еще есть налимчик на блесну. Нежданно так, негаданно взял и подошел. Ну что, продолжаем. Че, ребят, потихоньку рыбачу сижу. Опа! Что-то тут дерганулось у меня. Ладно, сейчас будем пробовать дальше. Поклевочки идут. На улице мороз, не знаю, что получится. Ну что, друзья, мы переночевали, порыбачили ночью. Спали вот в палаточке здесь. Кто на раскладушке, кто на пенках. Вот такие пенки у нас с собой. Было тепло, но на улице минус 30. Леха, привет. Привет. Дровишек подколол. Молодец, печурку, давай. Я хоть таборок наш засниму. Вот печурочку. Подтапливаем, чтобы тепло было. В общем, вчера я дернул 9 штучек. Ну, такой налим. Не крупный, но вот такой вот. Два вот таких ничёшных. Сегодня будем варить уху. Будет вкусная уха с налима. Я вот свою рыбу убрал в мешок, ага. Чтобы не заветривалось. Там вот ребята приехали сегодня с утра. А которые ребята были здесь, уже уехали, отловились и домой погнали в ночь. Тут у нас кострище. Тоже поддерживаем. В общем, красота. Ну, на улице мороз. Ну, сколько примерно, по ощущениям? Ну, что-то 30 было градусов. А сейчас уже... Ну, к 20, наверное, упала температура. Ой, наоборот, поднялась, да? Нормально. В общем, в течение дня мы попробуем порыбачить. Походим сейчас, побурим лунки. Поищем налима. Ну, если клевать не будет, то... Ночи мы сядем и будем уже конкретно опять ловить, рыбачить. Сейчас время такое, что он днем может и не брать. Нет, нету среднего, да? Так что, друзья, находимся на реке, все классно, мороз, костерок. Мы, как всегда, рады этому выезду. Вот Леха лесовоз. Ты так дрова рубишь? Пилить не умеешь, так дрова хоть руби нормально. О-о-о-о. Красавчик. Ладно, отключаемся. Ну а ты что, Андрюха, завел? Ты, а что ты его завел? Прогреться? Кататься поеду. Поехали к машине за пилой тогда, может, съездим. Может, Коляна встретим.
Да, поехали. Ты тоже, тоже поедешь? Нет, не поедешь. Друзья, время 15:00, пора обедать, и мы сегодня будем готовить уху. Уху будем мы готовить. Некоторые скажут, да, налим. Некоторые скажут, что нельзя добавлять картошку, но мы ее добавим. У нас будет картофель, лук, соль, перец. И вот такой налимчик сейчас пойдет. Мы маленько его сейчас разморозим чуток, порубим на кусочки и будем готовить уху. Вот, или рыбный суп по-другому. Уха без картофеля. Ну, некоторые просто готовят без картофеля, просто рыбу. Ну, как, типа уха, юшка там. Уха на природе. Александр, ну вот мы пока ездили, ты рыбачил, что, подход был на лима? Нет, не было. Не было. Потому что еще рано. Рано. Он выжидает своего пика. Ужина. Ужина. Сейчас мы его поужинаем, а потом он будет до ужина. В палаточке тепло у нас, комфортно. Дров мы заготовили. И вот идет наш друг Алексей греться. Дров купил лесовоз. Курточку, а все жарко сейчас. 28 градусов. 28 градусов. Пацаны сказали 28 градусов. Ребята, все, кто сегодня на реке с нами был, кто с нами общался, с кем разговаривали, кого встретили, всем привет огромный, всем налимятникам. Ну все, готовим. Сейчас почистим и дальше процесс будем показывать. Будем готовить на финской свече. Сейчас Алексей пропилит. А то на костре дыма много. Костер поддерживаем. Нормалек. Так, набираем с речки воды в котелочек. Пока хватит. Так, убираем жабры. Саня, сейчас еще на лима также порубишь. Легко. Легко. Чищаем слизь замороженную. А? Ну. Итак, режем картофель. Такими кубиками порежем. Сразу в холодную воду опускаем картофель с рыбой. Заправляем все. Так, отлично. Режем лучок. Золотую луковку. Так, ну-ка вот этим ножом, что ли, потоньше. Так, все, лук
Ждем, пока закипает наш рыбный суп, уха. Алексей, хочешь ухи из Налима? Ухи. Ушицы. Рыбный суп. Так, ладно. С прошлого года хочу. Да, с прошлого года нам налимятники обещали. Так, давай это, где соль ищем и перец? Она там, наверное, в Арктике, да? Пока супчик варится, расколем пару тюрочек. Дров-то не хватает, я хоть внесу свою лепту. Опа! Понял? Да, вообще отличные просто. О! Нормалек. Живем. Хорошо, сейчас разголю. О! Закипел. Немного пенку вот эту уберем. Черную, темную. Белок. Закипело. И щедренько так подсолим. Вот так хватит, достаточно, наверное. Потом, если что, добавим лучше. О. Так, а как на троечку-то убавить? Добавляем лук. И все, и пусть это все наваривается. Потом еще чуть-чуть перчика. Ну все, ждем. Когда наш бульончик, шурпа, напитается, пропитается Налимом, лучком. Ну что, как успехи? Клюет? Нет. Там? Нет. Нет? А там? Понятно. Добавим перчику. С котелка же будем есть, да? Сейчас кто-то скажет, что будем с тарелки есть. Ну все. Я думаю, готово, ребят. Да, ага, где у нас зелень? Я только могу еловую веточку вон зеленую пойти сломать и туда добавить. Ну что, друзья, уха готова. Внести торжественно горячую ушицу. Ставь вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот. Вот. Вот Андрюха, молодец. Да. Вот это наварчик у нас. Готовил нам еды. Он нам ее только принес. А добывали кто? Мы. Мы с Лехой. Мы все вместе. Кто молодец, все. Ну все, ребята, мы садимся обедать. Жиденькая пища, уха, горячая пища, главное самое, да? Вообще самое. И будем сегодня рыбачить. Надеюсь, сегодня поклевки мы покажем. Повезет больше чулки. Наверное. Ну все, друзья. К приему. А вот черпак вот он вот здесь. А вот. Дай мне, Лень, тоже тарелку, а. Я тоже с мазиком. Да давайте все тогда с тарелок, да и все. Я рыбку-то не ем же. А, ты же рыбку-то не ешь, точно, я забыл. Это рыбак рыбку не ест. Так, следующая партиечка идет. Оба! Вот он. Тебе два кусочка положить? Да один пока ложи, сейчас это. Сейчас поставим ее на печку. Пять собак едет. Да мужики едут уже, наверное. Ну, один что-то собак за собакой едет. Собакой, наверное. Давай. Ну, что, ну все, друзья. Тебе положить, выключаемся, кушаемся. Да. Наши братчане едут. Собачка у них красивая тут. Такая самоед, лайка называется, говорят. Прибежала. Опа! Это десант. Ну. Десантировался. Да.
тоже уже сюда хочет. Так и переезжайте, что вы. Палатку только вам собирать. Буду собирать. Палатку складывайте вот рядом. Тын-тын-тын, все склали нам. Ну. А мне вот то место нравится, там уже есть. Так оно весь прогон здесь, это. Нравится то и... Там крайние желунки как раз же, ну. Давай сюда переедем. Мне вон то место нравится, вот там вот этот угол, вот тут. Мужики вчера сидели там, рыбачили. Вот, вот, смотри, вот там. Ну это райда. Райда 6,5 лошадиных сил. Нет, это райда. Хондовский движочек 6,5. Что, друзья, Алексей тут кричит у нас, что поймал. Что, небольшенький? Ну-ка, Леха, засвети-ка нам его. Маленький. Ну, не крупный, что? Киложка. Киложка. Ну, что, хорошо взял? Ну, с пятого раза. С пятого. Ну, у меня вон три раза уже. Ну, подходит. Ну вот, время 8 часов. Видимо, начался подход какой-то. Ну, продолжаем рыбачить. Ладно, Лех, давай, рыбаль. 22:00. Посидели, порыбачили. Короче, поклевок нет, да, Александр? Что-то погода сменилась. Вчера был мороз, где-то около 32 градусов примерно. Сегодня, ну где-то сейчас, ну что, 20-ка-то есть, да? Ну, 25, наверное. Где-то 20-25 градусов, идет снег. Видимо, изменилось давление. Ветер подующий. Ветерок где-то, да, шумит. Тайга. И, в общем, налим-то капризничает. Ничего такого интересного не заснял. Пару штук дернули, и все. И тишина полная. Вообще, просто. Как-то так. Ну, порыбачим сейчас. Да, наверное, будем отдыхать. Спать ложиться. Ну, а завтра, вот, видно, сыпет снежок. Или это изморозь летит. Ну, снег это идет. А завтра поутру собираемся и едем домой. Вот такой расклад. Ну, если что-то сегодня еще будет интересное, конечно, я все покажу это. Все мужики, кто был сегодня на рыбалке, все ушли уже. Кто сегодня приехал, вот там вот ребята были. Все, ушли уже. Короче, все, видимо, чухнули, что налим не клюет. Все, домой погнали. А что, если ни у кого не клюет? Ну, не клюет, так они что, по одному дернули, говорит, и все. Но... ну, а нам что, вариантов нет, нам надо ночевать вторую ночь. Ну и все. Как-то так. А у меня вот я тоже, вот мы посидели, я вышел, это, сразу опустил, у меня поклевка была. Прям сразу, не без всяких. А я вот, получается, Саня говорит, в лунке у него щип. Ну, он с этого сдернул там, да? Что у тебя будет? Ну, он подходит щипать, ну, сдирает эту печенку, но... ну. А это, получается, я... Он ушел, я такой, думаю, пойду зайду. Такой, хопа, пришел в его лунку, нифига, короче, ушел. Потом, что... А, я молоко, мужик, этот, молоко поставил. А-а-а. Ну, молоко, кусок кишки, я его придавил. Я молоко вообще не стоял ни разу. И ну, все, в смысле, и сегодня. И все, я потом пошел. С третьего захода, короче. Ну, он сразу и он все. Ну, ты ему сразу просто под морду еще сунул, и он сразу взял, да? Ну, ну, бывает такое, видишь. А то щипает, щипает, и это. А вот этот первый тебя тоже такой, ну, вот щип, как бы там почувствовал, я что. Mm-hmm. Вот и мужики сказали тоже, говорит, он щипает, просто снимает и все, брать не берет. А один вообще говорит, червяка, он говорит, я прям, ну, наверное, прям на джига, говорит, на, вот так натянул. Да. И все, говорит, хлобысь, говорит, нету, да? Щипануло, говорит, но это червяк. Так, а видишь, погода сменилась, снег идет, ветер, это, и считай с 30 градусов, насколько, ну вот сейчас сколько на улице? Да, ну, 23-25, ну 20-ка, наверное, градусов. Ну 20 с небольшим. Вот все, вот тебе и это. Вон, видишь, смотри, как вода. Такие дела. Ладно, пойдем на рыбалку. В общем, что, решили с парнями продернуть маленько вниз по реке. Прокатимся. Посмотрим, может, новое место какое найдем. Вот, пожалуйста, снег идет. Буксировщик стоит.
смена погоды стопудовая. В общем, проедем, попробуем. Может, где что будет. Чё? А? Что, переехали на новое место? Была поклевка и обидный сход возле лунки. Сейчас попробуем еще разочек что-нибудь приманить. Вот так как-то. Может, соблазниться. Ну вот, ребята, Шурик у нас тут дернул. Ну-ка, Санча, чё? Ну, красавец, молодец. Видишь, а у меня там сошел. Хороший какой, да? Ну. Неплохой налимчик. Добро. Сразу? Сразу же. Ну, надо буриться. На опуске еще причем, Вань. Надо буриться. Красавчик, молодец. Сошел. Потихоньку, Саша. О, молоточек такой же. Да, наверное, даже может крупнее. Хорошо, молодец. Не зря отъехали, да? Конечно. На новое место. Ну, какие неплохие. О. Отлично. Шурик, давай, жги. Как? Ага, понял. Шурик, ну ты сегодня потихоньку, не торопись. Кольцом встал. Так. Давай, Саня. Давай. Опа. Ну, крас. Блин, Леха, теперь. Вы чё? Сошел? Ну, ё-моё. А я между вами. И поклевки нету. Интересно. Хе-хе. Ага, потому что поклевки-то нету, у меня уже все зажрали тут. Потихоньку. Потихоньку не тяни. Что-то большое, по-моему. Потихоньку. Давай, потихоньку. Заводите. Тихо, не матерись. Вот она морда, вижу. Ух ты, нихе. Давай, ребят. Давай. Не могу взять его, зачем? Тихо. Он хорошо сидит. О, Шурик. Спасибо, ребята. Ну ты нифига, ты смотри-ка, 4 штуки с одной лунки уже. Ну вот этот красавец. Ага. Отдай жабру, скотина. Зашугованная лунка. Ну у меня сход был. И все, и пока я больше ничего не видел. Вот он есть. Поклевочка, ребятки. Лёха, я взял. А ты говоришь, клев закончился. О. Ну что, отлично. Есть налимчик. На печеночку. Ах ты, нифига, кабанчик был. Но под лункой. Под лункой, зараза. Вода пошла.
Шурика там. Шурик, потихоньку, потихоньку. Ага. О, небольшой. Ты почисти лунку. Да, а где ты у тебя это? Ну вот она ямка пошла где-то. На этой ямке надо тогда пробовать. Вот он. Есть, да? Блин, смотри, опять под лункой. Да ты что, второй сход. Что за фигня? Не пробиваю. Вроде не тороплюсь. Спокойно вывожу. Блин, парни, не могу вытащить. А-а-а! Режет руку. Пошел, 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 пошел. Опа! О, какой. О, блин. Фу. Кольцом встал. А, пальцы все. Кольцом встал, наверное. О, какой налиматор. Хорошенький. Морду протащил. Разогнул эту джиг-головку аж. Тянул. Возьми, у меня там есть. Доброе утро. Да. Оно сегодня явно доброе, потому что погода сменилась. На улице погода шикарная. Снежок идет. Ну, налимячая погода. Сегодня клевать мы домой, а он клевать начнет. Как обычно. Да. Ну что, порыбачили мы вчера. Нормально. Вернулись. Все, собираемся домой. Позавтракали. Погода, конечно, шикарная установилась. Снежок валит. Мелкий такой. Как вчера зарядил, так и сыплет потихоньку. Тепло. Грузим буксировщик. И сейчас постараемся за один рейс уйти. Дров оставили гору, так что всем, да, ни хвоста, ни чешуи всем здесь, и тепла от костра от этого. Кто будет пользоваться дровами, ставьте лайки. Да, 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 и оставляйте налим. Ну, ничего, подгон нормальный, дров привезли как надо. Кому-то может и пригодиться. Так, ладно, собираемся. Собираем палатку. Складываем. Походное зимовье. Обледенело все. Ну а посушим в гараже, что как всегда разберем. Как-то сейчас говорю за один раз постараться выскочить. Опа, чехольчик, упаковочка. Да, она с обоих сторон же. А там у нас замороженная она. Да, на улице потеплело. Даже буксировщик, смотри. Почти прогрелся. Ну все, загрузились по полной. Сейчас постараемся выйти все вместе. Все вчетвером. Погнали.
Здорово, парни. Че, Ванька, как дела? Нормально. Даже сколько мы там? Штук 30, да, поймали? На что ты? На эти вьюн, да, это червь, да это потрошки. Вьюна не было. Червь. 70 штук. 70. Вы вчера вечером приехали? Угу. Ну мы это. Когда мы позавчера приехали, да? Первую ночь что-то так. Вот здесь вот, да? С одной ломки, да. Червяк и греловка, это мормышка, я тебе отсылал. Ну. Блесна что-то нынче не работает, а мормышка вот это работает с червяком. Понятно. Вы что, еще ночевать? Да. Ну что-то, блядь, уже валит. Пойдем зимой завалимся, мужики видят, блядь. Конечно, надо отдохнуть. А где чара твоя? А я не брал сегодня. Думаю, блин, народу много будет тут раздражать, бегать, лаять. Нет. Да мы вчера сидели мелкие что-то, блин. Под утро уже начало хороший брать. Да, ну, а так даже вот такие вот попадают. Дернуло. Ну мы с утра уже не стали что-то проводить. Ну ладно, что, погнали. Давайте. Ну давай. Ни хвоста, ни чешуи. Давайте. Все, добрались к машине. Выгружаем вещи. Потом как-то буксировщиком будем штурмовать эту гору. Как всегда. Подъем такой здесь. Размыло, кстати, он был поположе. Размыло нынче, Андрюх. Весной, видимо. Опа-на. Ну все, вещи затащили, теперь дело за малым, буксировщика поднять надо. Попробуем выскочить, парни стропу приготовили, сейчас. Андрюха, ты отойди, а Саня, а ты наоборот выше. Вообще отлично! А? Не надо! А? Да! А изолент! Фу, и стропа не понадобилась, понял, да? Ладно, отлично, поднялись, все, грузимся. Так, друзья, время 13:00. Загрузились. И выдвигаемся домой. Ну что, ребята, классная была же рыбалка, да? Отличная. Все, всем понравилось. Всем пока! Пожелаем счастья! Все, заходите на канал Сибирь 38, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Пока!